Для того, чтобы собрать список для глобальных покупок, используйте модуль «Каталог». Для этого кликаем по соответствующей кнопке вот с верхней части главного экрана, где есть секция с каталогом, есть такая кнопка, как бы стрелка. Кликаем по этой кнопке, и загружается у нас модуль «Каталог». Мы попадаем на первый экран для сборки своего списка покупок. Справа мы видим категории, они листаются. На самый низ тут собраны 21 популярная категория. Для того, чтобы перейти в категорию, нужно кликнуть по ее названию. Например, выбираем категорию «Овощи». Выезжают товары, мы можем прокрутить наш список вниз. Тут существует два способа добавления нашего товара в список покупок. Мы можем добавлять без указания количества единиц измерения и с указанием этих характеристик. Для того, чтобы по-быстрому подобавлять товары без указания количества единиц измерения, кликаем по иконке «Корзина с плюсом». Кликаем, допустим, возле свеклы. И, пожалуйста, происходит обновление, и, как вы видите, произошло анимационное обновление иконки «Корзина», которая отвечает за список покупок. Приложение нас информирует о том, что один товар добавлен в список покупок. И об этом нам говорит цифра 1 на красном фоне. Также можно добавлять товары с указанием количества единиц измерения. Для этого нужно кликнуть по иконке со стрелкой возле соответствующего названия товара. Кликаем, где картошка. Выезжает соответствующая панель. Видите, здесь установлен курсор в поле количества. Для того, чтобы ввести данные, нам нужно сюда кликнуть в это поле и ввести, допустим, 2, да, и нажать Enter. Чуть ниже можно выбрать единицу измерения килограмм. Если мы что-то ввели неправильно, можем удалить все данные, кликнув вот по корзине. И в итоге все удалится, все, что мы ввели. Для того, чтобы закрыть эту панель, вдруг если мы передумали что-то добавлять, можно, есть два способа. Можно кликнуть вот по стрелке назад, либо можно просто убрать эту панель пальцем вниз. Ну давайте добавим все-таки 1 килограмм. И кликнем по корзине, которая символизирует добавление товара в список покупок. И посмотрите, как вы видите, нам приложение говорит, что в списке покупок уже 2 товара. Давайте добавим все товары из этой категории по-быстрому. Как вы видите, при каждом добавлении, при обновлении происходит вот такой анимационный эффект. Отлично, теперь давайте дальше пройдем во фрукты. Ну и добавим тоже. Просто давайте по одному товару и из каждой категории добавим, для того, чтобы иметь полное представление, как все устроено и какой интерфейс у нашего приложения. Как вы видите, у нас сейчас в списке покупок 32 товара. Теперь я хочу заострить ваше внимание на верхней панелечке. Первая иконка символизирует экран, на котором мы находимся, это конструктор. Следующая иконка, ну как вы поняли, это уже список покупок. Иконка с символом сердце, это список избранных товаров. И вот это как бы дискета, это означает экран с шаблонами. Об этом поговорим чуть позже. Давайте перейдем в список наших покупок. Кликаем вот по этой второй иконке.